Доброго времени суток! Вашему вниманию представляем тренажер для отработки навыков внутрисуставных инъекций в коленный сустав. Тренажер представляет собой коленный сустав взрослого человека, созданный в соответствии с анатомическим строением коленного сустава обычного человека, с четкими ориентирами, и предоставляет возможность соответствующего изменения положения для отработки навыков пальпации и пункции сустава. Тренажер характеризуется реалистичной симуляцией, реалистичными клиническими ощущениями и чувством сопротивления при пункции. Характеристика тренажера. Воспроизводит такие анатомические структуры коленного сустава, как бедренную кость, надколенник, большеберцовую кость, четырехглавную мышцу бедра, связку надколенника, надколенниковую сумку, синовиальную складку и коллатеральные связки коленного сустава, внекапсульные связки. Четкие ориентиры позволяют придавать правильное положение для выполнения пункции сустава. Пункция коленного сустава и внутрисуставная инъекция. Завершение работы. После окончания работы рекомендуется извлечь остатки жидкости из трубки, продуть трубку воздухом, во избежание слипания, просушить, протирать тренажер чистой тканью, смоченной теплой мыльной водой и дать ему высохнуть. На этом заканчивается этот видеоурок по данному тренажеру. С вами был Центр практических навыков. Спасибо вам за внимание.